Друзья, ну мы сегодня собирали средства на участников в зоне АТО, в частности светловодских ребят, которые там находятся, их больше 70, но подробную информацию мы можем узнать непосредственно у Игоря Полякова. Сегодняшняя акция проходила у нас при поддержке клуба «Перевал», а также патриота Светловодска и девчонок, симпатичных девчонок. Сейчас они, да, помогали собирать. Вот сейчас вот в эту коробочку мы собрали средства. Наши работники рынка помогают нам сосчитать эти средства. Я сейчас иду в сторонку. Пожалуйста, возьми этот. Просто... Опа, стой. Я руку не чувствую. Ну, не суть. Позже огласим, сколько собрали средств. Я отхожу. Пальцы еле шевелятся. А ну, Анютка. Ой, так я 20-ки. Ничего, собирайте. Крупное ложу отдельно, а остальное... Ань. $10. Ань. Да не 10, а доллар. Доллар. Надя, жив, потому что рук реально не чувствую. Да. Я сейчас упущу просто телефон. Собирай. Давай я тебе буду прикидывать. Собираем. О, блин. Сложи просто. Это реально, блин, пальцы вообще не шевелятся. На, ось пока один тетень, он чистенький. Одевай бегом. Пока трошки зігріються. На, я буду переживати. Жена була мерзнуть, казати, що вона така цей, як і моржиха, ага. Да. Моржиха. Так хоча б люди не докапувались. Так, у кого пітьо? Вот, п'ятерки. Здесь 20. А тепер п'ятерки. Посчитати? Так, що вже може зараз берем. Давай сьогодні, я не знаю, що мені там завтра. Давай, може, вийдемо, посмотрим. 50 і що? Давайте сюди п'ятерочки. 50 і 100? Так. А де-то здесь туалет, есть? Да, там есть. На пятерки. Сейчас пойдем. Так, пятерка на. Есть, не надо, мы не выбрали. Мы их собираем сразу. Кстати, хотелось бы добавить о том, что вы же каждый день, да, я так понимаю, собираете, да? Да, да, все время. Каждый день собираются средства для ребят в зоні АТО. Да, вчера стало багато, отправили. Да. Ладно. Так я вам скажу этот, я вот там вот и сегодня там несколько человек мне дали телефоны, я имею в виду тех ребят, которые там находятся в Светловодске. А, но вот с кем я общался, ну, все в один голос говорят, что если бы не волонтеры, если бы не люди, чем тогда государство занимается, вот знаешь, вот задается вопрос. Я не хочу. Держи, еще сколько, у кого нет? Вот, тут сольник. Вчера прямо я довольна, мы так хорошо Игорёчку нагрузили, что... Там это не вширят твою? Да не, я попросил, чтобы присмотрели. Там еще вещи здесь? Мне просто же тут батарейка садится. Ага, давай. Ну просто сам хоть эту штучку дали, розетку. А? Розетку. Да нет, там да, тут на телефоне. Там же потом надо будет отчитаться там перед теми даже людьми, которые. 65 и все. Сейчас, ну подожди, вы возьмите ручку или калькулятор, да, и. Все, копейки. Ну так хочу же вы так. Копейка когда. Знаете, я сегодня вот картина такая, вот бабушка подходит, ела, да, бабушка подходит такая, ну такая, прихрамывала там, тоже положила там денег. И вот тут еще у вас лежит он. Вы смотрите, мы сейчас, сейчас еще экранов туда нагрузим. Возьмите, да, калькулятор, либо бумажку там, я не знаю. Смотрите, ребята. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 500. Есть. Возьмите он ручку, прямо на коробке напишите. Есть ручка? И вот тут. Так, 100. Нет, давай.
Да, да. Да, 50. 750 плюс 1000. Так, я тут тоже 750. Не-не-не, мне сейчас здесь... Руки замерзшие немножко. Я смотрю, сегодня продуктивно поработали. Мы на... начитайте потом. Спасибо. А вот это? Или не помните? 260. За что? Ну, спасибо, просто я только сегодня очень приехал. Ну не болтай, да ерунду. Тут это не было. 265. А по двушкам-то сколько? Я не написал. 80 гривен. Угу. Получается, это $1 надо идти вниз. Себе заберете на память. В коробке оставите, чтобы как бы этот водили деньги. Да лучше. Лучше, чтобы гривна была. 45. Итого. 2520. И там копейки. Ага. И 2,65. Ну и $1. Ага. $1 там сколько по нашему? 2,522 гривны 65 копеек. Мальчик, который продвигал. 2,522 гривны. Да. 2,522 гривны 65. Ой, руки замерзшие. И плюс доллар. 65. Вы себе возьмете на этот сам. Да пусть там будет, там уже решим. О, тем более. Так, вот, в принципе, собрали, получается, сегодня за сколько? С 10, с пол... Ну, почти за 2 часа, да, чуть больше, чем 2 часа. 2522 гривны, 65 копеек и $1. Спасибо всем, кто помогал, всех, кто собирал, кто не остался равнодушен. Сегодня мы продолжим и заснимем, как мы завезем это все дело Игорю Полякову, отдадим. Ну, я, значит, с ним свяжусь, и когда будем передавать, я обязательно видео сделаю, чтобы как бы понимали. Все, спасибо девочкам, спасибо вам, спасибо людям, которые как бы помогали. Вот, девочки, кстати, идут. Спасибо. Ого! Да. Молодцы! Так, и потом, получается, сейчас пойдем еще. Все, да, да, все. Друзья, второй день нашей акции по сбору средств в помощь нашим воинам АТО. Собираем деньги на теплые вещи. Вот второй день у нас закончился. Ну, в принципе, прохладненько. Но я думаю, тут уже, в принципе, людей немного было. Пожалуйста, давайте сосчитаем сумму, которую мы сегодня собрали. А тут просто мелочь. Ну, вот сюда ложите мелочь. Или туда, да, и потом этот. Вчера было не больше.
Вчера был субботний рынок. Да. Ребята, сколько не будет, оно приплюсуется к той сумме. Нет, я еще раз говорю, все, что не собрано, все, во-первых, сегодня озвучится, во-вторых, посчитается, в-третьих, копейка к копейке, да, как говорят на рынке. Поэтому. Еще раз напомню о том, что мы проводим подсчет средств, которые сегодня собирали. Сегодня, кстати, воскресенье, у нас 2 число, да? При помощи работников рынка, то есть можете понимать, то есть как бы, ну, мы, конечно, ведомость не составляем, может быть, и зря, да? Нет? Ну, хорошо, это все равно есть на видео, поэтому как бы это есть уже. Да. Мы тоже напишем, сколько мы сдаем. Вот так. Ну, хорошо, хорошо, да. Это наши. Я понял, да. Девочки, одним человеком, да. Тут 900. Девочки, подождите, возьмите сейчас листочек, вот этот, возьмите листочек, нижний. Да просто тут на этом, на файлике пишите. А, давайте, все, я взял, все, не надо, я взял. Ага. Так, сейчас, секундочку, по очереди. Так, 1300 есть. Ложитесь, в коробочку, ну, рядом положите пока. Мы же коробку забрали. Ложите где-то там в одно место. Ты считай все двадцатки и приплюсовывай. В школе учили считать? Нет. Хорошо, сейчас не считаем, я считаю. Я тебе сдала. Девочки, перчатки снимите, вам там неудобно. Люди не позамерзали. Да по жопе быть надо, понимаешь? 600 гривен. 600 там в двушке, да? 600. Ровно 600. 600 есть. Туда ложите все в кучу воды. И еще раз напоминаем о том, что второй день мы собираем средства на теплые вещи. В частности, Олег звонил, под Запорожьем стоит 12 человек, Светловский район. Есть размеры обуви и хотели теплые берцы и перчатки. На это и собираем деньги. Еще раз сколько? 280 и 180. А пятерок сколько? 180. 180. 190? Это что, вот это вот? Да. Плюс 10, да, получается? Плюс 48 двушек. Ну, 40. Подожди, за двушки. Да, сейчас я подойду. Таня, 48 гривен, 8 гривен. Гривен, точно. 48 гривен. Да. И сейчас рубли, скажем, у нас. Давай пятерочки сюда. Вот 48 так. Есть. Так, 20 гривен. И вот так вот вина. Вот так. И 20. И давай я купинки посчитаю. Так, подожди, вот это 1300, это крупные. Это крупные. Это у нас 20-ки. 20-ки. Десятки. Пятерки. Двушки. Пятерки вот это вот в куче, да? Вот двушки и единицы, да, я понял. И дай скупить сейчас. Машинку возьмите. А, сейчас. И ты бери на ту сторону. Гривна. Напоминаем, акция проводится при поддержке Патриота Светловодска, а также клуб «Перевал», ну и вот замечательных активисток, девочек. Спасибо всем. Сегодня, сейчас мы скажем, сколько мы сумму какую собираем. 65 мелочи. 465? Да. Девочки, ну подождите. 4. Напишите. 4,65 напишите. 4,65. Все, плюсуйте. Так. 4,63. Это 280. 1900, давай я. Так, 1300 плюс 600, 880, плюс 180,
Плюс 68. И плюс 4,65. А вчера? Ну, я вам скажу, ребята, я вам скажу очень а даже ничего. 2,442,65. Сколько? 2,400. Ну, там... Второй день уже. 2,400. Так, 2,440. Вчера суббота была, вчера людей багато. 42,65. Как для воскресенья это много. Так, для воскресенья це дуже хорошо. Людей ну, Ваня... Раз собрали 600 гривень. Може, що вам це добре? Так, ребят, ну, я заканчиваю. Получается, у нас за первый день было собрано 2802 гривны, 65 копеек и 1 доллар. Сейчас мы собрали в воскресенье 2442,65. Сейчас мы пойдем, отчитаемся перед людьми, которые стояли там на улице. Ну, потом, когда мы уже будем закупать средства все вот эти, да, то есть мы, еще раз повторяю, собирали на теплые берцы и теплые перчатки. Спасибо сегодня девчонкам-активистам. Спасибо вам, молодцы, кстати, работникам рынка. Нам тоже. Все, пошли отчитываться. Все. Потом мы обязательно... Так, девочки, подождите, в коробку. Там в коробку деньги. Принесите коробочку. Принесите коробочку там, да, да, да. Там паренек с коробкой. Да, 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 это Таня. Чтобы в коробку положите. Давайте эту коробочку. Да, хорошо. Дорогие друзья, сейчас пойдем отчитаемся перед людьми и... Следующее видео будет, когда мы будем закупать средства. Но я думаю, пока еще этих денег не хватит на 12 человек берцы, поэтому сбор проводится. Спасибо всем небезразлично, спасибо всем, кто помогал, спасибо всем, кто сделал свой вклад в помощь армии. Пожалуйста, сколько там еще? Вот только что насобирали еще. 100. 170, 170, 180, 192 гривна. Сколько это у нас получается? Сколько это у нас получается вообще? 442. Ложи сюда. Ложи. Ложи прямо сюда. Да все, все, все. А, вот, вот сюда. Дай маркер. Сколько мы посчитали? 100? Да. Сколько мы сказали сумму? 442 плюс... Так, 100, копейки, копейки. Сейчас, сейчас. 192 гривны. 160, 170, 180, 192. 162. Это тоже купить. Мы считали. 192 гривны. 2634. Да, перчатки мне оставьте. И так. Давайте, нет, фото сделаем общее. 192, да. Сколько там? Все, 192. 2634. 2,634. Я вам скажу практически как этот, как, да, как и вчера. Так, а так, все, спасибо. Следующее видео будет уже, когда мы будем проводить еще. Спасибо еще всем. Все, пока-пока.